рассудком ковалялась на дороге. Никто не замечал ее в коричневой пыли, но мимо по дороге прошли босые ноги. Босые, загорелые, протопали, прошли. Ребята шли в рыбую по солнечной дороге, а след ушел Алешка и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, как пуговка Алешка на дуню наступил. А пуговка не наша, сказали все ребята, и буквы по-русски написаны на ней. Ребята с ним рыбою к начальнику застанут, бегут с верхом дороги, скорей, скорей, скорей. Раздавливайте точно, сказал начальник строго, и каждый применили зеленую раскрыл. Среди такой деревни и на такой дороге на пуговку Алешка огонью наступил. Четыре дня скакали бойцы по всем дорогам, четыре дня скакали, забыв еду и сон. На пятый повстречали чужого незнакомца, сурово оглядели его со всех сторон. А пуговки так нету у левого кармана, и шили по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны для рогана и карта укреплений с советской стороны. Вот так что он был пойман у самой границы, никто нашу землю не ступит, не пройдет. Алешкин колец и та пуговка хранится, да маленькую пуговку ему большой почет. Алешкин колец и та пуговка хранится, да маленькую пуговку ему большой почет.